Привет всем! Сегодня будем вязать вот такие замечательные яблочки. Их можно давать детишкам играть, можно как для украшения. Все покажу, как связать. Нам понадобится любой цвет, каким вы хотите связать яблочки. Чуть-чуть коричневого для веточки, ну или для листочка. Листочки можете один связать. Или два, как вот здесь вот. По желанию. Берем пряжу. Я выбрала розовую. Соответствующий крючок. Пряжа у меня здесь в 100 граммах 300 метров. Крючок я взяла 3,5. Первый ряд. Делаем кольцо амигуруми. И закрепляем петелькой. Закрепили кольцо амигуруми. И в это кольцо делаем 6 столбиков без накида. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой. Провязали 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми затягиваем. И провязываем второй ряд. Второй ряд делаем в каждую петельку прибавку. Вот первая петелька. В эту же петельку снова делаем столбик без накида. Вот одну петельку провязали с прибавкой. Вторая петелька. В эту же петельку делаем прибавку. Третья петелька. Снова в эту же петельку делаем прибавку. И так до конца ряда. Должно получиться у нас 12 петель. Я довязала до конца ряда. По кругу у меня получилось 12 петель. Вяжем третий ряд. Чтобы не запутаться, можно сделать у начала ряда петельку, ниточку накинуть для обозначения ряда. Третий ряд. Делаем столбик без накида, прибавка. Первая петля. Провязываем столбик без накида. Во вторую петлю делаем прибавку. И так до конца ряда. Первая петля идет столбик без накида, вторая петля идет прибавка. Снова столбик без накида. Во вторую петлю провязываем 2 столбика без накида с прибавкой. Вот. Снова столбик без накида. В следующую идет прибавка. Снова столбик без накида. Следующая петля идет прибавка. Мы довязали до конца ряда, перекидываем нашу ниточку снова, чтобы обозначить наш ряд. По кругу у нас должно получиться 18 петель.
четвертый ряд. Делаем 2 столбика без накида, прибавка. Провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида, а в третий столбик делаем прибавку. Провязали и в эту же петлю делаем прибавку. Снова первый столбик провязываем, второй столбик провязываем, а в третью петлю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика без накида, третья петля прибавка. Мы провязали с вами четвертый ряд, по кругу должно получиться 24 петли. Вяжем пятый ряд. Пятый ряд вяжется 3 столбика без накида, прибавка. Первый столбик провязываем, второй, третий столбик, а четвертую делаем прибавка. И так до конца ряда. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, в четвертую вяжем прибавку. Так до конца ряда. Должно получиться у нас по кругу 30 петель. Вяжем четвертый ряд. Ой, простите. Вяжем шестой ряд. Сейчас провязываем 4 столбика без накида, прибавка. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. В пятую петлю вяжем прибавку. И так до конца ряда. 4 столбика без накида, в пятую делаем прибавку. По кругу у нас должно получиться 36 петель. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой столбик делаем прибавку. Так до конца ряда. 5 столбиков без накида, прибавка. И по кругу у нас должно получиться 42 петли. Вяжем восьмой ряд. Провязываем 6 столбиков без накида, прибавка. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик, четвертый, пятый, шестой, 6 столбиков без накида, в седьмую провязываем прибавку. Так до конца ряда. 6 столбиков без накида, в седьмую прибавка. И по кругу у нас должно получиться 48 петель. Мы провязали с вами 8 рядов. Сейчас вяжем с 9 по 14 ряд без изменений. 48 петель провязываем. 6, это будет 6 рядов. Просто вяжем без всяких прибавок по кругу.
Вот я провязала с 9 по 14 ряд, должно у вас получиться такое закругление. Вяжем 15 ряд. Пятнадцатый ряд вяжем 7 столбиков без накида, прибавка. И по кругу у нас должно получиться 54 петли. Вот первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. 7 столбиков провязали, восьмую петельку мы вяжем прибавку. И так до конца ряда. Провязываем 15 ряд, 7 столбиков без накида, прибавка. Я провязала. Теперь вяжем с 16 по 23 ряд по кругу без прибавок 54 петли. Это будет так 8 рядов. Провязываем 8 рядов без прибавок и встречаемся. Будем убавлять потом. Мы провязали с 16 по 23 ряд. Должно у вас получиться вот так. Начинаем вязать 24 ряд. 24 ряд идет убавочный. Провязываем 7 столбиков без накида, убавка. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмая петля идет убавочно. Каким образом мы будем убавлять? Мы не будем пропускать одну петельку и следующую вязать. У нас тут получится вот такой вот переход. Мы сделаем таким образом. В следующую петлю мы протягиваем ниточку, но не провязываем. И снова рядышком в следующую петлю снова протягиваем ниточку и уже провязываем 3 петли. Таким образом мы убавили одну петельку. И так по кругу до конца ряда. 7 столбиков без накида, 1 убавка. Убавка. В следующую петлю. Снова в следующую и 3 провязываем. И так по кругу у нас должно получиться 48 петель. Вяжем 25 ряд. 25 ряд вяжем 6 столбиков без накида, убавка. Первый столбик. Получилось нехорошо. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмая петля идет убавочная. В следующую протягиваем ниточку, не провязываем. И снова в следующую петлю протягиваем ниточку и провязываем 3 петли. Вяжем до конца ряда. По кругу должно получиться 42 петли. Вяжем 26 ряд. 26 ряд вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый, пятый, убавка. В следующую петлю протягиваем ниточку, снова рядышком в следующую петлю протягиваем
и 3 вместе провязываем. По кругу должно получиться 36 петель. Вяжем 27 ряд. 27 ряд вяжем 4 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятая петля идет убавочная. Следующую петлю протягиваем, ниточку не провязываем, снова в следующую петлю и 3 вместе провязываем. По кругу должно получиться 30 петель. Сейчас можете поднабить уже холохайбером или какой у вас есть наполнитель. Поднабиваем наше яблочко. У меня в данном случае холохайбер. Поднабиваем, распределяем по яблочку нашему, чтоб круглое, красивое было. Пока достаточно. Потом еще поднабивать будем в процессе вязания. Вяжем 28 ряд. 28 ряд вяжем 3 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Четвертая петля идет убавочная. Вот в следующую петлю провязываем и рядышком снова в следующую. И 3 петли мы провязываем как одну. Провязываем 3 столбика без накида убавка. И у вас по кругу должно получиться 24 петли. Вяжем 29 ряд. 2 столбика без накида убавка. Первый столбик, второй столбик, третий столбик идет убавочный. Убавили. И так до конца ряда. 2 столбика без накида, убавка. Первый столбик. Второй столбик, третий столбик убавляем. По кругу должно остаться 18 петель. В процессе не забываем поднабивать наше яблочко. Все. Вяжем 30 ряд. 1 столбик без накида, убавка. Так по всему кругу. Один столбик провязываем. Следующий столбик убавляем. Протягиваем ниточку. В следующую протягиваем ниточку и 3 провязываем. Убавили. Снова вяжем 1 столбик. Следующая петля идет убавочная. Три вместе провязываем.
По кругу должно у нас остаться 12 петель. Провязали 30 ряд, осталось 12 петель, и уже набиваем игрушку так, как надо. Яблочко наше, игрушку назвала. Набиваем, все хорошо уже. Уже сейчас закрывать мы будем. Ну что ж, думаю, что достаточно. Давайте будем уже закрывать. Вяжем 31 ряд, делаем 6 убавок, это по кругу у нас будет, как раз закроется. 6 убавок за подряд. В каждую петельку протягиваем, в следующую протягиваем, 3 петли провязываем. Сделали первую убавку. Снова в следующую петлю протягиваем, рядышком в следующую петлю протягиваем, 3 петли провязываем. Сделали 2 убавки, делаем третью убавку, делаем четвертую убавку. Ох, да, тут потрудиться надо будет. Это у нас четвертая убавочка. Сейчас будет пятая убавочка. И последняя, шестая. Теперь у нас осталась вот такая вот дырочка. Мы ее сейчас закроем. Тут можно вот следующую провели и сразу же прямо так сделали. Сейчас покажу по новой вам. Вот наша петелька. Следующую петельку провели, крючок, и сразу же рядышком, что такое, рядышком вот здесь вот где-нибудь захватили, чтобы закрыть нашу дырочку-то тут. Подтянули все. И две эти петельки провязали вместе. Все. Дырку мы закрыли. Сразу не обрезайте. Оставляем примерно. Нам нужно, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас вот эту нить будем пропускать сквозь яблоко несколько раз, чтобы стянуть наше яблочко. Ну вот, вот что мы сейчас будем делать. Стягивать яблоко. Вот примерно вот так вот, я не знаю, сколько это сантиметров. Ну, примерно вот так оставьте. Обрезаем. Теперь вытягиваем нашу ниточку. Все, затянули. И теперь нить вдеваем в иголочку. Теперь иголочкой нам нужно из серединки яблока вывести иголочку вот из этой тоже серединки. Вот в серединку попали. И вот из этой серединки надо вывести иголку. Постараться найти ее. У кого есть длинная игла, тот без труда найдет.
длинную иглу вставляете, и без труда получится у вас. Вот из серединки вывели, протягиваете. Здесь утягиваем, как нам нужно. Утянули. И теперь не из серединки вводим, не серединку вводим иголочку, а рядышком. У нас иначе распустится. Рядышком где-нибудь. И в серединку теперь стараемся. Попадать. Вытянули и затягиваем наше яблоко, затягиваем. Вот, достаточно, вот, нормально, хорошо. Держим, держим. И теперь рядышком вот с ниточкой, не в эту же петлю, а рядышком вводим иголочку. И стараемся в серединку попасть. Вот, попали. Держим яблоко. Тут подтягиваем. И снова затягиваем. Во. И продолжаем. Несколько раз так сделайте. Чтобы закрепилось хорошо. Вытянули. Снова в серединку. Здесь попадаем в серединку. Снова вытянули. Обратно. Вывели. Ну и достаточно. Закрепляем нашу ниточку, чтоб никуда не убежала. Простой петелькой. Захватили, провязали, протянули иголочку и в петельку так затянули. И еще одну рядышком. Еще одну петельку закрепили. Все, теперь прячем наш хвостик в яблоке. Обрезаем. Вот наше яблочко готово. Не хватает только листиков и веточки. Давайте приступим дальше выполнять работу нашу. Вяжем листик. Берем пряжу соответствующую под цвет листика, соответствующий крючок. Я вам покажу, как вяжется один листик. Вы же по желанию можете связать два листика. Делаем петельку и вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель провязали. И в четвертую петлю от крючка вяжем 3 столбика с одним накидом. Четвертое это вот, сейчас скажу вам. Вот. Первое. Так, первая, вторая, третья. И вот в эту четвертую петлю от крючка вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, в эту петлю провязываем первый столбик с одним накидом. Снова делаем накид. В эту же петлю провязываем второй столбик с одним накидом. И в эту же петлю провязываем третий столбик с одним накидом. Далее вяжем 3 столбика в следующие петельки,
Провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид и в следующую петельку провязываем первый столбик с одним накидом. В следующую петлю второй столбик с одним накидом. И в следующую петлю снова один столбик с одним накидом. Так должно получиться. Следующую петлю провязываем, делаем накид, вводим крючок в следующую петлю, выводим ниточку и провязываем все 3 петли одной петлей. Провязали. В следующую петлю провязываем один столбик без накида. В последнюю петлю провязываем полустолбик. Протягиваем ниточку и сразу же соединяем с петлей. Делаем накид. Ой, не накид, а провязываем еще раз эту же петельку. И в эту же последнюю петлю снова делаем полустолбик. Протягиваем. Все. Разворачиваем наше вязание. И в первую петлю делаем, провязываем полустолбик. Протягиваем сразу же. В следующую петлю провязываем один столбик без накида. В следующую петлю провязываем, делаем накид, протягиваем ниточку и все 3 петли провязываем вместе. Далее провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, провязываем первый столбик с одним накидом, снова делаем накид. Провязываем второй столбик с одним накидом и третий столбик с одним накидом. Следующую петлю мы делаем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид и в следующую петлю в одну петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый провязали, в эту же петлю снова делаем 3 столбика с одним накидом. В эту же петлю снова делаем столбик с накидом, правильно сказать. Вот. Мы в одну петлю провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь нам нужно соединить с вязанием. В следующую петельку протягиваем крючок, проводим крючок за верхнюю петельку. Протянули и захватываем ниточку, выводим петельку и сразу же следующую петельку проводим. Так у нас получилось соединение. Провязываем веточку к листику. Вот это вот. Можете ее не делать, можете так и оставить, обрезать уже и так вот пришить. Еще лучше будет торчать. Ну, на всякий случай покажу, как хотите. Как захотите, потом сделаете. Провязываете 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаетесь обратно.
следующую так вот петь, разворачиваетесь и провязываете столбики без накида по всей веточке. Провязали и соединили вот за последнюю петельку. Так, провели, захватили и протянули. Все, закрепили. Обрезаем. Можете побольше оставить для пришивания. Вытянули. Иголочку вденете и тихонечко пройдетесь тут иголкой, чтобы вернуться к этому краю. И пришьете. Так. Теперь будем вязать самую веточку, вот эту вот. Тоже ничего сложного. Делаете петельку. Провязываете 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и в обратном направлении столбики без накида обвязываете веточку. Обвязали. Побольше оставляйте. Сейчас мы будем при пришивании мы с вами прошьем еще вовнутрь, чтобы вот так у нас получилось, как настоящее яблочко. Немножко побольше оставляете, обрезаете. Ниточку вытягиваете. У листика все кончики прячем с внутренней стороны по изделию. Так, просто протягиваете с внутренней стороны и обрезаете. Эту тоже мы обрежем. Мы пришьем, будем пришивать сразу вот так вместе. Нам не нужна вот зеленая ниточка. Спрячьте ее тоже. Одеваем ниточку в иголочку, берем листик, нашу веточку, иголочку я уже вдела, и к листику пришиваем веточку. Пару стежков достаточно.
Ну что, теперь будем пришивать к нашему яблочку. Смотрите, чтоб на лицевой стороне было. И начинаем вот так же в серединку яблока. Выводим иголочку из серединки яблока. Вот. Тут подтягиваем, сразу все направляем, подправляем. Все, отлично. И в обратном направлении. Рядышком иголочку, вот, рядышком проводите и в серединку яблока выводите. Серединки яблочко и рядышком где-нибудь. Все. Так. Вот у нас уже никуда не денется ни веточка, ни листик. И теперь давайте тут вот сошьем немножко. По кругу так немножко прихватываете, прошиваете. По кругу прошили и потом серединку закрываете. Вот так вот. Уже друг против друга прошиваете. Ну что, достаточно, думаю. Закрепите ниточку обязательно. Ниточку закрепите и прячем внутри изделия. Выводим. Так, все. Теперь этот хвостик нам надо спрятать вовнутрь. Так, проводите и прячьте там. Нет, не все. Все, вот теперь наше яблочко готово. Так у нас на обороте получилось, как настоящее яблоко. Ну что ж, вяжите. Можете использовать его как интерьер, можно детишкам давать играть, оно безопасное, интересное. Магазин пусть играют или просто покидаются яблочками, поиграют. Ну и если понравился вам мой мастер-класс, ставим пальчики вверх, подписываемся, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.